И я, пацаны, у майора в кабинете секретную карту видел. Разрешаю поделиться секретом с товарищами, дух. Там, товарищ ефрейтор, нарисовано, как насквозь можно пройти и всех победить. Молодец. А то нам очень хочется перед дембелем в отпуск съездить. Ну, залетные, айда насквозь! А может, лыжи снимем? Все проще. Проще только дома. Здесь жизнь другая. А там другая. Девахи трясут дойками, ждут дембеля. Потому что ему везде почет и уважение. Мы помним. Ну, раз помните, тогда... Но! Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Как-то летом пришел к нам в часть пакет из округа. Пакеты обычно в штаб пыльцы носил. Но перед этим их в столовой над паром обрабатывал, потому что очень хотел узнать, когда дембель. В письме командование вежливо спрашивало у нашего генерала, почему типа не сдали до сих пор зачеты по лыжному кроссу. Особого приглашения ждете? Вам уже что, норма ГТО не указ? Короче, наехал на нас генштаб конкретно. Утром всю часть на плацу построили, и Толоваев сказал речь. Солдаты, говорит, сыночки, родному подразделению срочно нужны добровольцы для спортивных побед. Иначе его, подразделение, честь, считай, погибла. Кто доброволец, тот на лыжах в лес попрыгает. А кто нет, пожалуйста, щебень и бетон грузить у летчиков. Кто первым к финишу прискачет, тому отпуск на родину. 10 суток. Деды, как услышали, что на лыжах надо будет по траве ходить, так поголовно слегли в лазарет с конъюнктивитом. А ефрейтор Гологуров тот день в увольнении был и про кросс ничего не знал. Через 20 минут спортивных мероприятий пыса потерял ориентир, и мы остановились у ручья. Ну и где финиш? Поди знай. На карте этого ручья не было. Надо по моху смотреть. А мох с севера растет или с юга? Поди знай. Значит так, пупки, слушай сюда. Пуля несет лыжи. Вы вдвоем несете меня. Бомба ищет брод. Выполнять. Мне любое море, море по колено. Эх, как чуть-чуть, так сразу бомба. А мне любые горы, горы по плечу. Это... Медведь! Мама! Mm-hmm.
Скоро силы стали нас оставлять, а Топтыгин выглядел как новый. Летел за нами, как орловский рысарь. Хорошо, что на опушке мы увидели сторожку. Привязался-то, медведь, это очень хитрый и опасный зверь. У нас на Кубани мужики поймали медведя-людоеда. Он съел почтальона вместе со всеми письмами, в том числе заказными. Так надо его отпугнуть. Кыш! Кыш отсюда! Кыш! Да, так его не одолеть. Нужен специальный дембельский план. На тему. Из 4 стальных прутьев 75 сантиметров длиной варится квадрат. Потом смелый охотник палкой шубуршит в бурлоге. Медведь высовывается, ему на шею надевается этот квадрат. Ну? Что ну? Баранки гну. Потом надо бежать. Между двумя растущими рядом деревьями. Медведь, в конце концов, застревает и как сосиска выдавливает себя из шкуры. Медведь очень упрямый зверь. Чё-то мне не верится. И потом, у нас же сварки нет. Да, нет. Я знаю. Если к нему незаметно подобраться сзади и свистнуть в свисток, то он обязательно умрет от разрыва сердца. На, подберись незаметно. А чё это я-то? Я опасаюсь, зверь-то лютый. Лезет, гад! Помогите! Вставай, проклятием захлемённый. Весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный. И снова в бой он нас зовет. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. И снова в бой он нас ведет. А ну пой, дух, Мише нравится. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой, и неясно прохожим в этот день непогожий. Ишь, Майкл Джексон. Петь, я сказал. Почему я веселый такой? А ты, вылитый Иосиф Кобзон. На гармошке прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Шло время. Медведь плясал, бомба пел, Гологура спал. Пыса нашел за печкой шахматы, и мы сыграли несколько партий. Он уехал прочь на ночной электричке. В темноте шагов ждет опять. По привычке. Ты чё? Пой, пока подмога не прибудет. Еду я на родину.
Мне кричат уродина. Она мне нравится. Эй, начальник! Ты меня слышишь? Я сказал, пой. Так он упал. Притворяется. Есть захотел и на хитрость пошел. Очень может быть. Это у них прирожденных охотников в крови. Так, будем организовывать разведку. В разведку пойдешь ты, ввиду твоей полной бесполезности для армии. Что-то не хочется. Сами говорили, Мишка хитрый и опасный зверь. Ну не до такой же степени, братуха. Делать было нечего. Я взял лопату и пошел в разведку. Представился Топтыгин. Точно мертвый? Мертвее не бывает. Видно, сердце не выдержало. Будем шкуру драть. Генералу на папаху. Иначе казнит. У ворот части нас встретил майор Сирота и тут же поволок в штаб генерал-майору Талалаеву. Разрешите? Товарищ генерал, в ходе выполнения вашего задания мое отделение подверглось вероломному нападению диких зверей-людоедов. Однако мужество, проявленное нашим отделением и лично мной, позволило отразить нападение. А это вам, отбитый у неприятеля трофей. Майор, фельдшера, дрессировщику. А живодеров на гауптвахту. Есть! Направо! А!
Слышишь? Товарищ генерал, ни сном, ни духом. В поте лица своего, товарищ генерал. Этого людоеда на вес золота за границей купили. Спиридоном звали. Он утром с циркового грузовика свалился. А вы? Ладно, пошли. Вот она жизнь. Еще несколько часов назад мы, рискуя жизнями, защищали покой граждан от Спиридона. А теперь несем незаслуженное наказание. И разве после подобных испытаний нам сможет отказать хоть какая-нибудь девчонка на гражданке? Нет! Нет, еще раз нет! Потому что для дембеля все дороги открыты. Что делать-то будем, а, товарищ ефрейтор? Я буду тосковать. А вы мне будете обеспечивать уют. Так, ты, кучерявый, сядь в угол и гуди. Громче. Да ты не вой, гуди. А я глаза закрою и маму вспомним. Она у меня на шахте приемщицей 21 год служит. Ты чижи мне спину. А ты... Ты ничего не делай. Так, теперь ты. Вам, рядовой Пестемеев, как особо отличившемуся в борьбе со Спиридоном, выпала большая честь. Товарищ генерал считает, что вам стоит побывать в медвежьей шкуре. Куда уехал цирк? Он был еще вчера. Лево! И ветер не успел сорвать со стен афиши направо. И больше не горят его прожектора. Под куполом оркестра его не слышен. Тарара. 335. И не миновать бы бомбе участи Спиридона, если б не героическая наша милиция. Настасья, закрывайся на обед. Я с гостинцами. Он обернулся простой такой, и белозубый незнакомый. Пригладил волосы рукой, пока еще не сведен оскомой. Добрый, добрый рот его, нежной, нежной щетиной рыжий касался. Пусть бы был никто, прощай, прощай, родной, бесстыжий. Жизнь била, била, да. Настоящий Спиридон был застрелен деревенским участковым Гагариным, когда доедал продавщицу сельпо, гражданку Овчаренко Анастасию Павловну. Шкура нашего медведя украсила кабинет генерала Талалаева.
правда, что Млечный Путь Господь спустил ему пасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он, добрый, славный, себе смеется. Душа его как полигон, ему светло, и ей поется. Жизнь била-била. А нас выпустили с губы и опять заставили сдавать кросс. Слава богу, на этот раз обошлось без приключений. А на следующий день угораздило меня попасться на глаза майору Сироте. Потому что если она недостаточно широкая, он туда не влезет. Это как сказать, товарищ майор. Они ведь разные бывают. В армии все одинаково. На том стояло, стоит и стоять будет. Это оптимистично. Нам, молодым бойцам, необходима вера в то, что стоять будет. Ну вот, да, отлично. Завтра и приступите. Товарищ майор, я боюсь, не оправдаю высокого доверия. Утратил навык. Да и несподручно одному. Глаза боятся, руки шевелятся. Товарищ майор, решите вопрос. Давай. Зачем нам эта канава? Не канава, а траншея. Не зачем, а почему? Почему? Познания умножают скорбь. Так что бери напарника, лопаты и вперед. В поисках помощника я забрел в столовую и услышал интересный диалог. Я на заводе тоже резал. Только не хлеб, а металл. Латун легко режется, а сталь хуже. Чугун вообще никак. Он хрупкий, как стекло. А ножик-то у тебя острый? Это... Убить можно, короче. Ну, убить и столом можно, если к нему электричество подвести. А я после школы в совхозе электриком на бойне работал. Там у нас мяса много было, а вот хлеба было мало. Не дам. Когда ножик тупой, то крошек больше. У меня острый. А то б я их собрал, да и птичкам бы отнес. Птичку любишь? Очень. Я бы им крошек насыпал, они бы кушать стали. А я бы их коробкой накрыл. Вот тебе и мясо. Мне мясо? И тебе мясо. Я это и тупой стороной резать могу. Короче. И родился у меня иезуитский план по привлечению бомбы к трудовой деятельности. Гуля, 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 гуля. Голь-г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 оль. Да, ножи бывают разные, а хлеборезы обычно тупые. Голь-голь-голь. Потому что если на этой работе думать, то можно себе и палец отхватить. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. Смотри, бомба! Сначала ножи в стратегических войсках затупишь, а потом и ракеты перестанут в цель попадать. Боеготовность-то она... Как дождь? Все время падает? У меня ничего не падает. Крошки-то ничьи. Крошки-то ничьи. А вот на хлеб смотреть невозможно. Не нравится, давай я съем. Я бы тебе дал. Только это будет не педагогично. Да и потом, без масла это хавать невозможно. Да, масло-то он крошить не будет. Но это как обставить. Ты пойми, это не чья-то прихоть. Это стратегические нужды Родины. А если у Родины в чем-то нужда, то она терпеть не может. Все равно я копать не хочу. Я тебе хлеборезу сдам. А если я заболею? Конечно, заболеешь. Может, даже умрешь. Видал, какая у него? Это. Сабля, короче. Алле, кто там выспался?
А ну подъем оба два и отжиматься до рассвета. Ну вот, да упрямился. А завтра тяжелый день. Откосить, конечно, можно. Но лучше перед майором прогнуться. Моему каналу. А он нас на ферму отправит. К свиньям. Хочешь, к братьям по разуму? Я так на гражданку Шварценеггером уйду. Дурак ты. Шварценеггер по ночам не качался. Он по ночам спал. Потому такой здоровый. Ага. И Сталлоне, скажешь, спал? У Сталлоне, может, и спал. У Сталлоне это поролон. А чтобы иметь настоящий рельеф... Федя! Вот такой. Хоть спи, хоть не спи. С этим родиться надо. Или траншеи копать. Или копать. Тогда вы станете не духами, а боевыми машинами и защитниками Родины. И девушки вас любить будут. Правильно я говорю, Федь? Да ты дашь нам поспать, защитник. На следующий день у бомбы состоялся неприятный разговор с хлеборезом Фарухом. Таким ножом убить можно. Я знаю. Поймал. Кого? Этого. Крошка брал? Мясо давай, короче. Товарищ хлеборез, птицы животные очень осторожны. Крошки клюет, а я к ней с коробочкой подхожу, убегает. Если завтра птицка не будет, я тебя тупым концом это... Резать буду, короче. Зачем так горячиться, уважаемый? Завтра птица будет. Мы с утра идем с бомбы хитрую ловушку копать. Какую ловушку? Какую ловушку? Длинную. Много птицы войдет. Нам сам товарищ майор разрешил. Он в доле. Только надо это... Чего надо? Хлеба белого побольше. И масло. И масло обязательно? Обязательно. Без масла они не это. Не подскользнутся, короче. Копали мы с Огоньком. В том смысле, что перекуривали каждые четверть часа. Как в учебке-то кормили? Не помню. По-моему, я сам ел. А что тебе ефрейтор или младшего сержанта не дали? Не помню. По-моему, я сам не взял. Понимаешь, бомба, для защитника Отечества... Еда и военная карьера – это не главное. А чё ж главное-то? Главное, чтобы вероятный противник не думал, будто это для нас главное. Интересно, а здесь где-нибудь конопля растет? Конопле в армии расти нельзя, потому что она разлагает личный состав на тех, кого сплющило, и на тех, кого торкнуло. А это нарушает субординацию. Значит, сегодня не полетаем. Да, сегодня нелетная погода. Не копать нельзя. У меня на траншее идиосинкразия.
Чего? Траншея на подсознательном уровне являет для меня аллегорию могилы. Эманацию образа смерти. Ты сам хоть понял, что сказал-то? Работать он не хочет. Я хочу, но мне врачи запрещают. У меня синдром. Только я забыл какой. А справку потерял. И потом не могу я нужный военный кабель взять и похоронить. Я потом спать не буду. Расслабься ты, бомба. Майор, конечно, человек военный, но чуткий. Он сказал, дождь прошел, земля вязкая, лопаты погробим. Так что, может, сегодня и копать-то не будем. Побожись. Вот тебе крест. Че ждем? Копать надо. Я же русским языком приказал. А мне врачи запрещают. Товарищ майор, земля вязкая, лопаты погробим. Значит так, либо копаем, либо тоже копаем, но неделю и в подшефном колхозе. Ну и как? Твой синдром не беспокоит? Не хотите, не верьте. Жалко, я справку потерял. Совесть ты потерял, военнослужащий. Неужели, если б не майор, ты сидел бы и равнодушно взирал на то, как мы тут героически родину защищаем? Не, я бы отвернулся. А то у меня образ могилы. Жрать охота. Где Фарух с приманкой? Кого подкармливаешь, солдат? Или сам не доедаешь? Мамой клянусь, товарищ подполковник, не себе брал. Птичка. Что за птицы? Фамилия, имя, звание. Жива. Майор Сирота разрешил. Он это сам в доле, короче. Ага, майор, значит, в доле, а меня по боку. Ну, я ему перья-то пообщипаю. Разлетелся голубь. А ты ешь. Какой? Все. Чтоб ни крошки врагу. Тут что-то есть. Не копай дальше. А вдруг это гроб? А у меня и таблеток с собой нет. Чего встали? Я что, перекур объявлял? Почему так преступно мало выкопа-то? Товарищ майор, боязно. Вдруг там бомба? Чего опять бомба? Я говорю, там бомба. Зловещий отголосок войны. Ирония рядовой. Это оружие в борьбе с идеологическим противником. А я для тебя идеологический отец. Мудрый, но добрый. Давай копай. Товарищ майор, ну там же бомба. В лучшем случае. А может быть и гроб. На то вы и солдаты. Чтобы обезвредить. Смелее. Я сейчас отойду, а ты давай, выкапывай. Тут лом нужен. Тут ум нужен. Товарищ майор! А? А коньяк от времени портится? Коньяк что, офицер? От времени только больше звездочек. Чё? Какой коньяк? А ну! Быстро вон из траншеи, а то вдруг там бомба. Помогите спуститься, блин! Вот человек. Он сердце не прятал за спины солдат. Не ушиблись, товарищ майор? Ты зачем про коньяк сказал? Просто так, товарищ майор. У меня дома полбутылки коньяка осталось. Я как на дневник приду, допью.
Вы же сами говорили, конек от времени не портится. Ты у меня на дембель, провокатор, вот в этих аксельбантах пойдешь. Ну теперь и сегодня точно не усну. Кошмар про майора, восставшего из ада, обеспечен. Натуральная эманация покойника. Вы у меня не только не уснете, вы у меня соловьями петь будете. Я вам соли на хвосты насыплю. Птички, синички. Надо средь бела дня подкоп под секретный объект ведете. Думаете, дремлет замполит? А ну-ка вылезай, майор. Отлетался. Не могу. Коготок увяз. Всей птичке пропасть. Помогите майору. Ну что, допрыгался, воробей. Что теперь будем делать? Что будем делать? Виноват. Признаю. Готов понести справедливое наказание. Да тут, брат, не наказание. Тут возмездием пахнет. С кем рыл? Зачем рыл? С кем вступил в контакт? Кто надоумил? Жена. Ты и семью впутал. Она очень просила. А денег, сами понимаете, я и решил тайком подключиться. К чему подключиться? Ну почему мне не сказал? Ну, мы же друзья. Так и так, мол, Сергей. Пуще прежнего взбеленилась. Истинно взбеленилась. Ну вот, я же не зверь, я понимаю. А ты тайком, как диссидент какой-то. Виноват. Кругом виноват. Я вот думаю, надо через твой кабель тащить генерал-майора подключить. Обязательно. Ты как-то субординация нарушается. Обязательно. Ты молодец. Котелок варит. Надо же даром кабельное телевидение провести. Эдисон. Ну вот, теперь придется каждому офицеру выкопать по траншеи. А Фаруха заставили все бутерброды с маслом сожрать. Вот бы мне такое наказание. Дай-дай мне дудку, будем танцевать. А маму дай-дай мне дудку, нехай луна уводит. Даже ему я дудка, нехай так и летать. Дай-дай мне дудку. У хлебореза от такого счастья заворот кишок приключился. На силу откачали, комиссовали и отправили домой, в солнечный Чуркистан. А мы траншеи рыли еще с месяц, пока Новый год не пришел. Среди лета. Никогда еще наша часть не знала такого Нового года. Этот любимый всенародный праздник должен был стать еще любимее и всенародней. Шутка ли? Миллениум, порог тысячелетия, время подведения итогов. Наш командир, генерал Талалаев, решил начать подводить итоги загодя, в июле. Мы не просто ликуем, а значительно выше и глубже. Без всяких уважительных причин взрываемся счастьем. Замполиту идея встретить Новый год с опережением понравилась. Он всегда говорил: готовь сани летом. Поэтому всей части провести зимнюю олимпиаду. И приступить к постановке новогодней сказки. Давай!
un broțar. Pe când de cucu în livadă. Показом Полит новогоднюю пьесу сочинял, мы провели Олимпиаду. Побегали в ОЗК, посоревновались в метании на дальность. И приступили к работе над спектаклем. Зимой и летом стройная, зеленая была. Слышен звук улетающей ракеты. Занавес. Итак, согласно распоряжениям командира полка, вы, товарищ прапорщик, назначаетесь тучкой. Служу отечеству. Майор Сирота, зайчиком. Есть. Капитан Злодеев. Снежинкой. Солдаты, сержанты. Ёлочками. Которые зимой и летом всегда стройные. Садись. Дед Мороз, понятно, товарищ генерал-майор. Ну, а Снегурочка... Нюра Талалаева, дочь нашего отца-командира. Я надеюсь, все проявят воинский такт и внимание. Надзор за неукоснительным исполнением... Высунуть не успеет. Как по трибунал покатимся на хлеб и воду. А в мое отсутствие на капитана Злодеева. Надо его все кастрировать. В постановке вплоть до премьера освобождаются от несения своих служебных обязанностей и числятся... Будем пилить. В командировке. Да ты не бойся. Предписание офицеры получат в штабе. Мы тебе сначала укол сделаем. Санчасти шприц возьмем, как гора с плеч. Ну, особо отличившись. За год в академике вылезешь. Представляешь, сколько сил и времени освободиться. Согласно уставу. Ладно, шутки прочь. И у нас таких снегурок на дембеле целый вагон сучится. Ну и выразить надежду, что... Запрем его на репетицию в коптерке. Анне Петровне понравится в нашем мужском коллективе. Больше думать не стали. Привели штыка под руки в коптерку и отдали на поруки Гольдману. Строго-настрого запретили до полуночи выпускать. А сами пошли репетировать сказочную пьесу. Божественный дар контрастной дальнозоркости. Ясновидение. Я, товарищи, как тучка, очень переживаю, где Снегурка, дочь нашего непосредственного Деда Мороза. Как бы волк для неуставных взаимоотношений не утащил ее в злую чащобу. Я, понимаешь, прыгаю, морковкой наслаждаюсь. Тут вдруг волк дрысь мимо со Снегуркой в зубах. Прыгаю, думаю, дай тучке доложу, чтобы он Деда Мороза активизировал. Дед Мороз, тревога! Тревога, Дед Мороз! Мою Снегурку зачистили! Как? Как мою Снегурочку? Дочка моя! Снегурочка! Снегурочка! Здесь я, папенька! Здесь я, миленький! Моя девочка! Ну, пошли! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Батя-то,
великий артист. Одно слово – дед. Хоть и мороз на всю обойму. Это точно. Угу. Хорошо бы еще покормили, хорошо. А иначе нехорошо. Одна видимость только. Ожидания бомбу не обманули. Покормили нас отменно. Давали по 3 порции каждого наименования. Даже привезли яичек с подсобного хозяйства. А после обеда мы опять пошли на репетицию. Дед Мороз! Тревога! Твою Снегурочку зачистили! А? Дочку мою! Снегурочку! Снегурочка! Разыскать! Тревога! Найти! Найти! Расстреляю! Расстреляю! Беги в коптерку! Живо! Понял. Павлин уронил перо. Самый ответственный момент. Снегурка как сквозь землю провалилась. У бати от таких переживаний не на шутку сердце прихватило. Господа офицеры бросились на поиски, да толку от них было немного. Дружили, встречались, за ручки держались, чуть-чуть целовались, не очень всерьез Серегу из армии вдвоем дожидались. Он был мне товарищем. Кто там? Да ее нигде нету. Невеста Сережина, звезда моих снов, ведь так не положено. Чудеса. Коптерки меня ожидала картина маслом. Никакого штыка и никакой Гольдман. Где он? Пошел по-маленькому. Наша жизнь – это то маленькое, то большое. Маленькое чаще, но большое серьезнее. Слушай, Конфуций вмазанный, ты зачем его отпустил? Тут хоть по-маленькому, а неприятности не оберешься. Да и не умеет он по-маленькому, он на всю длину бьет. У него папа астроном. Но коптер больше со мной не стал говорить и уснул сном коптера. Без снов. Вернувшись в клуб, я застал там только одного печального пысу. Дай прикури. Нашли Снегурку. Где? В ленинской комнате на столе лежит. Мертвая? Хуже. Теперь его точно кастрируют. Невеста Сережина, звезда моих снов, ведь так не положено среди пацанов. И хотя я испугался очень, но все-таки пошел посмотреть. Страшное меня ожидало зрелище. Все понятно. Пипикус, мудендюс, комикус, оргазмус, нуле. А что это значит? Это значит, что на пике интимных удовольствий она впала в кому. Ну, а спасти-то ей можно? Можно, но для этого тот же ключик нужен. Да вы что? Обалдели, что ли? Иначе никак. Иначе только ждать. Бывает, по 20 лет ждут. Я в журнале читал. Синдром спящей красавицы.
И тут батя раздухарился по полной схеме. Несите мне саблю! И стройте всю часть в коридоре, напротив дверей. Будем вычислять. Кстати, вот с него начнем. Товарищ полковник! Полковник. Снимай портки. Товарищ генерал, я... Снимай, я тебе говорю! Так я не против, если за идею, но в мирное время такое изуверство. Я, в принципе, готов на ней жениться и взять на полное обеспечение. Я тебе говорю, снимай портки. Ну? Я счел разумным подчиниться. Лучше без чувств, чем без головы. Подойди к ней и поцелуй ее. Щеку. Следующего. Ну чего там? Принца ищут среди елок. И тут я увидел виновника торжества. Чё ж ты, гад, делаешь? Ты же обещал. Ну, извините. Я вам не нанимался за чужой блуд страдать. О чем они в штабе думают? Я не знаю, что они думают в штабе. Но если она очнется, то тебя ждет лютая доля. И я рассказал Штыку про учиненное генералом дознание. Да был у одного моего знакомого прапорщика такой случай. Но еще драматичнее. Дамочка прямо под ним окоченела. Пришлось в травмпункт ползти с ней вместе. А там врач, народный целитель, Костоправ, подсказал, как из таких кризисов освобождаться. Надо ей по почкам со всего маху съездить. И как ты себе это представляешь? Смутно. Лично я ее лечить не буду. Да и не со мной она путалась. А с кем? Поди знай. Мало ли в армии лихих ребят. И тут меня посетило озарение на предмет тунгусов. Все равно они бестолку в казарме тусовались, и терять им было нечего. Зёма, иди сюда. Знаешь, такая история. Вот там лежит баба. Ты зайдешь и по почкам ей двинешь. Ну. Не-не-не, товарищ. Прима. Но... сначала бабу, папочка. Пойдем. Снимай портки! Целуй ее! Минуту спустя до наших ушей донесся удар и женский крик. Но еще полчаса нам пришлось ждать, пока из ленкомнаты не вышли прапорщик Казаков и замполит Ожогин. Встретились такие любящие сердца. Завтра свадьба. Как это было? Проще некуда. Оленевод вошел и сходу ей в бок кулаком. У бати от такого даже шашка из рук выпала. А она? А она рать стала, что пошла погулять по войсковой бане. И тогда с ней в темноте что-то такое неведомое произошло, что теперь она ощущает всю полноту жизни. А он? Кто? Оленевод?
генерал? Генерал сказал, что до армии его на нефтепроводе один из них от замерзания уберег. И что... Рука не поднимается. Приказываю Нюрку замуж, чтоб по армейским баням больше не лазать. Оленеводу-то все равно. А товарищ генерал-майора успокойнее. У него таких пятеро. И все в угрях. А она? Да ей, Снегурочки, хоть за милиционера, лишь бы к бане поближе. Во вкус вошла. А он? Генерал? Тунгус. Он не в курсе. Так все и уладилось. В столовой сыграли строгую, но душевную свадьбу. От 17 годов душу да девушку любовь за Маргородой. Были подарки. Замполит Ожогин подарил молодоженам бинокль. Капитан Злодеев – счетчик Гегера. Буду бегать по квартирам, и подруги. Мы – песню. А кто-то – даже кружевные женские трусы в конфетной коробке. Но кто именно – осталось тайной. Отец Тунгуса эти трусы сразу на голову надел и, невзирая на протесты снохи, так в ЗАГС и поехал. Начмет Почаев накануне обнаружил у нашего тунгуса загадочную сибирскую болячку. Так что в часть он больше не вернулся, а был заочно комиссован и направлен в свадебное путешествие в район падения знаменитого метеорита. Это что ж выходит? Я его зря вместо тебя подставил. Гулял бы сейчас на гражданке. Не я это был, зануда. Я же газету изучал, ты ж сам видел. А кто? Товарищ прапорщик, а как фамилия того вашего знакомого, которому Костоправ волшебный рецепт рассказал? Фамилия значения не имеет. Значение имеет воинская смекалка и боевой опыт. И охватили нас страшные подозрения. Но правды так никто никогда и не узнал. А вскоре о Снегурке все забыли, потому что вышел приказ министра обороны об увольнении и призыве. И мы начали готовиться к радушному приему пополнения. Но это уже другая история.